Всем привет! Я очень редко делал видео по CSGO, и сегодня я решил записать снова эту игру, побегаем и постреляемся. Красиво было, конечно. Ну нафига ты свой слеп опять кидаешь меня, заколебал ты. Ой, блядь, сука, ну не видел из этого сраного списка. Ну чувака убил как-то при этом. А второй меня добил. Чё за кипиш? Нет, и при этом я еще на третьем месте. Опять тот калаш, который 10 раз подбирают все. Блин, я хочу его подобрать тоже. Интересно, будут валяться. На третьем месте уже, офигеть. Поехали. Вот этот калаш вроде... Нет, это не тот. Там где-то такой синенький был. Его просто все подбирают. Все, кто может, подбирает. Только увидят сразу же нафиг. Так, мне нужно занять позицию. Опа. Да гандон, блядь, иди ты нахуй! Сейчас если зарубит меня еще. Очень весело будет. Нет, 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 стреляют! Урод, взорвись! Да взорвись, убейся! Убейся! Убейся, убейся, убейся! Сука, какой черт, блядь, там два черта сидят. Нет, все, хана. Сука! Ебать напряженно. Вот он, походу, трупик валяется. Интересно, где тот калаш? Что-то вообще все трупы. Все трупы, семейство группы. Чувак, ты будешь жить. Я даже не знаю, куда пойти-то, блин. Что-то я не вижу тот калаш. Я знаю, куда идти. Куда? Отлить. Отлить. Точное решение. Года. Бля, вон проходит, пацаны, вон. Не знаю. Аж две штуки кинули, уроды. Лишь бы их не засекли. Лонг прошли, лонг прошли. Все на лонг, все на лонг. На нахер, крыса. На нахер, ничего себе, что я делаю. Реакция бога. Реакция бога, давай. Твою мать, меня сейчас убьют. Таки, 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 таки. Где ты, где ты? Ублюдок. На нахер, ебать, я рашу просто. Это что такое со мной? Где кто? Меня уже трясти начинает по-тихому. Да тут уже пусто, чувак, все, я здесь. Пошли всех добивать. Где кто есть. Хера, я красиво выдал сейчас. Это вы замочили уже. Положили на лопатки. Только не, не, только не ВП. Только не ВП. Я по-любому, сука, вот так крысу. Да, я слышал этот звук. В голову просто, блядь, прилетает. Я так и знал. Пойдет когда-нибудь. То, что сейчас холодно, он, короче... Чего? Я не понял, у меня взрыв тут был, еще расскажи, что там. Да я говорю, из-за того, что сейчас холодно, так будто он меньше прогревается. Меньше прогревается, тогда у нас еще батареи отключили в такой холод. У нас вообще морозильно. Так я обычно, смотри, когда я играл, короче, у меня... Коц до 60 градусов согревался. Сейчас 48 максимум. Охренеть. Нормально. Зима настала, пацаны. Живем. Вторая пока железо выживает. Так, ладно, план Б. План Б. Б. Закрыть КС-ку и пойти в каташку. Не. План Б — это тебе скачать КС и уйти из ГТАшки. Не надо так. Сначала сам меня тянул в ГТАшку. Помнишь? Я сопротивлялся твоим злым чарам. И она тебя поглотила. А теперь я тебя зову в КС, и ты под люка не хочешь идти.
А потом сам же на нее подсадишь. Ёка ломане, вы что делаете-то? Хоро меня напугивать. Выходящие. Кто где еще вырос? Капец, тут киллов уже наработал. Тут что-то трупики одни валяются. Я чувствую, иду по следу. По чистому следу. Только не АВП, вот там 5 АВП у него по-любому. Что, один на один что ли остались, нет? Ой, как красиво ему зарядил. И мне зарядили тут же в ответ. Ну, красавчик, чё. Что еще сказать, опять АВП. Сраная муха. Не, ну киллы красивые были в этом раунде. Фига чувак дает. Килловщик. Я на первом месте, что? Прикинь, я на первом месте. Это невозможно с таким пингом, с таким интернетом, с таким железом. Еще и на первом месте. Да ну нафиг, не верю. Мы еще и победили, 3-3. 3-3 еще. Охренеть, что можно просто. Да не успел ты, чувак. Хочу эмочку. С эмочкой что-то начало как-то лучше тащиться все. Погнали всех убивать. Надо было не по этому пути идти, ну ладно. Истинный воин идет по сложному пути. Сука! Ага! 2 хп, блядь, оставили, ты прикинь. Зашибись, блин, путь нашел. Выбрал. Не тот. Меня сейчас убьют. Чувак, погнали просто уже на смерть. Еще шорт. Ебать, чувак, а убили. Со снайперки просто захерачили. Это я бы быть мог на его месте. Бык мог. А просто на смерть уже иду сам. Он меня зарядил. Вот тебе и смерть пришла. Я даже понять не успел, что это было. Сейчас попробуем с АВП-шечки. Собака, блядь. Лучше уйти. Лучше уйти. В этой схватке я точно проиграю. Хотя один раз я красивого чувака так убил. Через эту центральную дверь. По расщелину. Кто там, никого? Хотя нет. Блин, гранат нету, ни хрена нету. Ах ты, шавка. Убил кого-то. И меня тут, как он сквозь стену? Я уже успел же уйти. Вот этот калаш. Ледяной уголь. Вот, вот, через стену убил. Просто нечестно. Вот этот калаш все подбирают просто. Он какой-то легендарный, блин. Самый редкий, что ли. Блин, никак проигрываем. Как бы хотелось сквозь дымочку убить. Было бы круто. Вот, стреляет, я вижу. Гранат нету, не знаю. Вот стреляет где-то оттуда из угла. Где-то вот оттуда. Вот-вот-вот. Где-то ходит, урод. Вон он. Убил. Вот как ты сквозь стену. Не сквозь стену, блин. Прям в миллиметрах от стены как-то убил. Я даже не видел, что я попал в него. Нет, красиво было. Чё, сука, думаешь, у тебя одного ВП? Может, ты один крутой? Ты поддохнешь у меня сейчас. А я... Там их двое еще. Да умри! Умер. Второй еще. Давай, умри. 3 хп, там трое уже. Капец. Это нереально против всех против... Нихера их тут шайка просто. Стая волков, блин. Меня еще с калаша убили. С такого дальнего расстояния. Офигеть, тут целая куча, блин. Просто все толпой. Я на первом месте, что? Да как это вообще возможно, блин? Но мы все равно проигрываем как-нибудь. Ладно, я снова туда пошел. Ах ты крыса! Сидит уже там, поджидает. Ой, там что-то происходит. Ненормальное. Нате гранату ловите. Подорвал! Гранаты подорвал первый раз, по-моему. Первый раз за всю игру я смог подорвать кого-то гранатой. Ах ты, сука.
Правда, не я убил. Да вы запарили. Там уже все сдохли, наверное. Все сдохли. Дайте калаш. Тот синенький надо отрыть. Сидим, ждем. Мы должны затащить эту катку. Просто никого не пустим. Надо какую-то позицию бы занять. Ну давайте уже, давайте, пацаны. Вот они двое там. Надо идти туда. Все, мы победили. Я все равно остаюсь на первом месте. Что? Дайте калаш какой-нибудь. Давайте вот эту возьмем. Красивенький. Надо гранатки закупить. Все, поехали. Вот это хорошее оружие. Ты, это не то оружие, это ВП обычное. Дурак я. Меня уже чуть не убили. Что-то как-то он тяжело идет с этим. По ВП-шечкам. Да вы... Нафиг ты в своего-то, вы идиоты. Ну нахрен. Умри. Да умри же ты. Сука, подонки, блядь. Двое там засели. Бам, просто. Да бьет меня огонь сейчас. 4 хп осталось. 4! Я слепой. Прямо на него пошел, короче. Вот я идиот. Я думал, там наш сидит. Придурок. Блин, ну я все равно на первом месте остаюсь. Хоть мы и проигрываем. Капец какой-то. Жестяк. Вот это калаш этот. И чё он всем так нравится, я не понимаю. Его просто все подбирают его. Готовы глотки за него драть. Да, продуем мы, короче. Последний раунд им затащить осталось. Ну ты, конечно, молодец. С этими гранатками. Вот теперь надо кидать. Еще подорвется, нет? Сука, блядь! Меня чуть не убили. Пока я тут... Я из-за дыма не видел, блин, стреляют, не стреляют. А, отвлекся. Бомбу убил. Ну чё вы, блин, где ваши яйца? Где ваши яйца? О, охренеть. Давайте, давайте, пацаны. Тут уже все трупики. Вот этот калаш, сейчас возьму. Напоследок хотя бы, на последний раунд. Вот он, покажу хоть вам, что он из себя представляет. Вот такая красота. Мы победили, что? Я себе его пока оставлю. С ним пока похожу. Остатки жизни. Меня уже ничего не купишь. Ну ладно. Я снова в темку пошел. Цыц, мой калаш, не отдам. Да нафиг ты это сделал, дурак. Кидай гранату. Подорвитесь нафиг там все. Это живые уроды. Просто вслепую все стреляют. Может, там вообще никого нету. Нет, я не прав. Кто-то есть. Куча крови, блин. Дайте убить, дайте убить. Да вы чё, блин? Никого не оставили мне. Погнали, погнали, погнали. Погнали с задней стороны зайдемся. Хорошая тактика. В крысу мочить. Что, думал свой, да? Хрен тебе. Так, остался один. Мы должны затащить, по-любому затащим, потому что нас больше. Нас в разы больше. Я правильно шел. Я на первом месте все еще. Что происходит? Мы уже их догоняем. Так, 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 где, кто? Сука, как он меня убил? Я ж херачил, бля, ему еще, прям. Еще, еще там. Что за херня? Да, я вплотную его мочу. Нафиг. Нет, не нафиг. Твоя сука, я еще, бля.
Граната за гранату, да. Ну нахер. 7 хп, капец. Валю. Да умри же ты уже, сука. Подонок, блядь, несчастный. Нихера он меня напугал. Твою мать. Ты чё, блядь, творишь? Где-то идет стрельба. Ты сучка. Ты сучка. В бошку просто. Я иду к вам. Самый ценный игрок The Grosper. Бум, мазафака. Оу, е. Я опять сейчас на первом месте, походу, буду. Как меня радует эта надпись. Это раскачивай себе рамочку сделаю. Сильно. О, я сейчас еще и снова буду на первом месте, потому что я поставлю бомбу. А, нет, на первом месте мне уже не быть. Сейчас главное защищаться. Давай, давай, где ты? Лежит крыска. Ну давай. Генерат тупой, вылазь. Кто-нибудь грохнет его уже, нет? Он меня достал. Бум, нифига себе, киллок красивый был. Почти на первом месте. Мое элитное снаряжение. Прикольный скин. Опять какой-то дебил полезет сюда. Нихера, чувак, убил кого-то. По-моему, можно уже заходить. Двенадцать хп, твою мать. Кто там с АВП херачит, видите его? Чё, сзади идут? Чё, как он его убил? А где? В смысле он меня смог убить? Через куда? Нет, видишь, этот урод как-то увидел через дым. Скотина несчастная. Не быть мне первым. И скин еще подобрали мы. Идиот, что ли? Под пули-то нахера так лезть? А тут еще один дебил вылезет. Ну-ка. Ну-ка. Вот он здесь по-любому сидит, урод. Я найду тебя. Да ты урод! Вот я так и знал. Блин, охренеть, вот это мясо. Он сейчас за мной, наверное, побежит. Тихо. Да твою мать, как я его не убил, как, блядь, вообще, как это произошло, сука? Еще и с ОВП, блядь. Даже не попал, да как? Тихонечко хотел сзади его, блядь. Как он меня вообще услышал? Сделаем красиво. Ты! Да-да, красиво, очень красиво, вообще ничего не скажешь. Опять этот урод. Сраный енот. 15 хп ему оставил. Замечательно. Туда, в дверь, я больше не лезу. Ну его нафиг. Блин, промазил. Опять промазил. Два... Я два раза мог этого чувака убить. Да умри ты. Умри, сучата. Ай, блин. Спусти... А, я уже трупешник. Чё за херня, как они не умерли? Столько раз попал. Крыса. Ай. Это пиздос, это чё такое творится? Как они это делают, блин? Просто с одного выстрела дал. Вот. Бомбу завалил. Что? Читер. Как? Он меня ждал. Он меня до последнего ждал просто. Вот говнюк упертый. Опа, болен на ножах. Лол. Чё будет? Кто кого интересует? Давай наш. Давай наш. Блин. Давай. Красавчик. Ой, красавчик, зарезал его. Блин. Это поединок. Хорош.
Это я зашел, блядь. Улетел. Там обосрался, блядь. Один раунд, ну пацаны, давайте уже. Сейчас постараемся. Буду играть полную силу. Да. Ебать, срано, страшно. Кого-то еще и ноузлом убил. Твою мать. Да ну, это нереально. Камбай, камбай. Да. Наконец-то, блин, затащили еле как. Фу, капец. Был счет 7-7. Даже ничего не дали мне, серьезно. Ну ладно. Я текаю отсюда. А в тот раз так мне скин прикольный выпал. Сейчас даже покажу вам. И знаете, что мне выпало? Гроза. Сейчас покажу инвентарь. Вот. Посмотрите просто. Меня зовут Гроспер. И мне выпал скин Гроза. Блин, это просто невероятно. Это как вообще? Там Гейб сидит, видать, шарит вообще конкретно над никами. Он прям подходящий под нику мне выдал скин. Это совпадение? Не думаю. Блин, надо ж, Гросперу выпала гроза. Мне когда этот скин дропнулся, я, блин, приофигел, если честно. Слегка заорал даже, это просто было неожиданно. Гросперу выпала гроза. Ну тут, блин, сплошная взаимосвязь. Что еще сказать? Разработчики там вообще шутники от бога. Сидят, разъебают, походу. Вот, ау, гроза, коллекция. Он, правда, очень днищерский. Стоит копейки. Ну, блин, само название говорит за себя. Блин, я сам стихия грозы. То, что у меня такой ник. Ну, блин, вот он, выпал скин гроза. Гросперу выпала гроза. Ну, и вот целая куча всяких скинов. Ящики со скинами. Которые я, кстати, до сих пор не открывал. Ни один контейнер я еще не открыл, друзья. Вот, такие дела. У меня тут уже небольшая коллекция накопилась. Ну, скины, кстати, прикольные. Мне вот нравятся. Вот прикольный. Ни разу такой не видел. Пожелание на ночь. Чисто ночникам, кто в КС играет. Так, вот этот последний контейнер, который мне выпал. Давайте посмотрим там, какие скины имеются. 155 рублей стоит всего, нифига. Так дешево. Там ничего такого редкого не увидел, интересного. Тут тоже. Вот скин прикольный есть, Азимов. Самый топовый такой. Легендарка. Который, я думаю, вообще все знают, КСеры. Так, где-то я еще такой скин прикольный на АК-47 видел. Который я прям хочу, такой неоновый, розовый. Блин, что-то не могу найти. А это что такое? Ух, как он переливается, классно, вы посмотрите. Какая начинка. Какие отражения, какие света. Блин, классно, классно вообще. Вот бы мне такой. Вот это я тоже, кстати, знаю, такой вот скин на эмочку. Вообще люблю СМ-ки играть. Такой бы скин мне еще был бы на руку. Но мне такое вряд ли выпадет. Так, а я ищу тот скин розовый такой. Вот, он мне больше всего как бы нравится. О, Dragon Lore. А нет, не Dragon Lore. Так, так, так. Что у нас еще имеется такое интересное, вкусненькое? Ну, видите, сколько у меня контейнеров тут накопилось. Просто какое количество. Ну, не так много, конечно. Так. Это не он. Это не он, к сожалению, но тоже прикольный. Я его найду, я помню, что он мне выпадал в каком-то контейнере, этот скин. Блин, он похож на этот скин. Сейчас я его найду. Вот он, вот! Вот этот скин мой самый любимый, я хочу его, друзья. Неоновая революция называется скин. Это редкий достаточно. Дорогой, я бы сказал. Я даже не знаю, сколько он стоит. Ну... Просто сногсшибательно. Я хочу его. Яркий, сочный. Блин, классная штука. Что у нас тут еще имеется? Ну и так всякая размазня. Такая у меня коллекция тут уже. Различных скинов. Которые дешманские.
О, тоже прикольный, кстати, скин. Темный такой. Ой, как они переливаются все красиво, блин. Ништяк вообще. Особенно вот это глянцевое покрытие. Кайф. Ну, тоже нормальный такой скин. Вот и все. Все, что у меня имеется. Ладно, я буду заканчивать. Немножко поиграл в КС-ку. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайкосы, если вам зашел ролик. Подписывайтесь обязательно на мой канал. Пишите, если хотите еще больше КС-ки. Я ее очень-очень редко снимаю. Поэтому, если вам интересна эта игра, то пишите. Я обязательно что-нибудь засниму. Давайте, всем пока.